Добрый день, хочу сделать вот АВСовскую сваску, холодную сварку купил, чтобы сделать, попробовать из нее ножик. Вот такой вот она идет, штуки ни разу не открывал, еще такой не пользовался. Лежит она у меня примерно в закрытом состоянии месяца два или три, как купил, то есть тут срок годности еще не прошел, да? Для того, чтобы сейчас постоянно использовать, надо, чтобы руки были влажны, чтобы не прилипало. Вот и подготовил, то есть место, где буду выравнивать, чтобы под лезвие было. Непосредственно мокрую бумажечку, думал, минимум прилипнет, а если что, можно потом легко водой отмыть. Так, вроде все снял. Сейчас попробуем ее. По сравнению, например, с Абровской, Абра у меня была открытая, она гораздо легче мнется, и тем более я ее 10 раз открывал, по чуть-чуть отщипывал, делал, и она все равно легче промешивалась, чем закрытая АВСовская. И тут вот чувствуется, что есть маленькие такие эти какие-то твердой части, и она безумно воняет по сравнению чем Абровская. Поставь, пожалуйста, пока на стоп. Я вот более-менее ее перемешал, но, к сожалению, очень много твердых частей еще внутри. Качество не ужасное. Вонь тухлыми, да, яйцами пахнет. Да, чем-то таким свежим Да, водородом. сейчас попробую. Она уже обычно Абровская, как можно понять, что она готова? Она очень сильно нагрелась. А это, к сожалению, даже после 3,5-4 минут она еще вон твердая. Может быть, я ее плохо с одной стороны промял, но хотя вроде бы нормально уже пристает к рукам. Чем-то очень по запаху похож на метан выходит. Сейчас попробую сформировать ту заготовку, которую хочу сделать, и оставим ее непосредственно высыхать. Как видно, видите, качество у ней отвратное. А это стоит она ориентировочно 60-80 рублей, да? Абровскую можно купить от 120 до 200, и она реально по качеству лучше, чем вот это вот. Не самый лучший выбор, да? У них бывают качественные продукты, но, видимо, холодная сварка не самый лучший продукт. Ну, почему, может, в некоторых вариантах такой вот вариант более пластичен по сравнению с Сабровской? Поверь, Абровская круче. Но она и стоит дороже почти в два раза. Так, разомнем. Попробуем на листе сформировать что-то типа лезвия, чтобы можно было потом сделать. Ну и вонь от нее. Да? Да, запах, конечно, это один из больших минусов. Да, скажи, совсем не воняло. Но она поначалу такой неприятный запах издавала, но он был не резкий, и он потом проходил, не знаю, выветрился. А этот у этой сварки он прям держится. Как бы вот так вот. Попробуем сделать двухсторонний такой, чтобы резать, да? Ну, я думаю, что уже все, можно, то есть, в таком виде оставлю, чтобы она застыла. Потом непосредственно есть у меня шлифовальная машинка. Попробую сделать режущую грань, да, и сделать там какую-то более-менее похожую, какую-то красивую ручку.